Это третье по счету заседание Палаты справедливости. Новый орган был создан в Димитровграде в начале года и призван, в частности, активно помогать горожанам защищать свои права. Проблемы для обсуждения и дальнейшего решения выносят самые насущные. Например, скоро лето и на повестке вопрос, насколько отдых в городе будет безопасным. Как безопасно будет находиться в городе в вечернее время? Не только детям, но и взрослым, потому что сейчас и парки будут работать, и время у нас очень много светлого. Николай Горшенин напомнил, что в Димитровграде есть программа «Безопасный город». Установлено более 70 видеокамер наружного наблюдения. Для эффективной работы в полиции вводятся в штат новые специалисты. Мы на сегодняшний день приняли решение, что мы принимаем 4 людей, которые будут, в общем-то, это муниципалитет делает. Мы посмотрели, сколько это нам станет, которые будут отслеживать ситуации, которые там происходят, чтобы вовремя реагировать, вовремя с патрульно-постовой службой связываться и решать эти вопросы. Подробно о других мерах по обеспечению безопасности горожан Палате справедливости доложили представители Димитровградского отдела МВД и отдела безопасности администрации города. На повестку дня также был вынесен вопрос о своевременном ямочном ремонте, который, кстати, тоже является залогом безопасности димитровградцев. Арина Макарова, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.